древним напевом встретила вершина Тёи и сотни спортсменов, приехавших со всех концов страны и Казахстана. Нынешние лыжные старты Кубка Хакасии стали юбилейными. Со словами поддержки и напутствия к участникам всероссийских соревнований обратились представители принимающей стороны. Все больше и больше сюда будут приезжать спортсмены. И вам здесь лучше и лучше мы создаем благоприятные условия для того, чтобы вы тренировались, для того, чтобы вы соревновались, для того, чтобы вы совершенствовали свое спортивное мастерство с начала сезона. И удачи вам всем. Уверен, что проведение таких соревнований – это положительный имидж для нашей республики. Это говорит о том, что Хакасия – это спортивный регион, который устойчиво и динамически развивается. Почетными гостями Кубка Хакасии стали именитые советские лыжники, некогда ковавшие олимпийское золото на трассах вершины Тёи. Николай Зимятов, Тамара Тихонова, Анатолий Иванов. Эти имена в свое время гремели по всему миру. Если бы в свое время нам бы привели в школу, в класс, не знаю, я бы, по-моему, вот так вот весь лепетал. Я попросил бы, если есть возможность, попробуйте, уговорите, пусть они сходят в школу. Сегодня легендарную лыжню вершины Тёи покоряют молодые спортсмены, для которых таежный поселок практически стал вторым домом. Всегда возвращаюсь с желанием сюда. Трасса мне здесь очень нравится. И какая-то атмосфера, на самом деле, отдаленная от всех там житейских проблем. По пятибалльной шкале 5 баллов. И ретраки хорошие, и лыжня, и организаторы все делают по высшей системе. Ну, все превосходно просто. Мне доводилось здесь и выиграть уже раза 3-4. В принципе, с поселком и вообще с местом у меня только самые положительные воспоминания. Мне сюда на самом деле нравится приезжать. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам Кубок Хакасии на призы главы региона продлятся до 24 ноября. Сегодня лыжники разыграли награды на спринтерской дистанции, а финальный день посвятят забегам на 10 и 15 километров свободным стилем. Оскар Артамонов, Александр Сердюк, РТС.